Лядов Иван Григорьевич. Заряжающее орудие танка 13-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Гвардии сержант. Родился Иван Лядов 28 января 1926 года в деревне Заборная, ныне в черте города Краснокамска, Пермского края. В ноябре 1943 года 17-летний Иван Лядов отправился в Нижнетагильское танковое училище. На фронт наш земляк попал уже в декабре 44-го. Освобождая от фашистов Польшу, в январе 45-го года только в одном бою под городом Кобылин Иван Лядов вместе со своим экипажем уничтожил один танк и 5 артиллерийских орудий. Позже, когда танк Лядова встал из ополонки, экипаж с 5 автоматчиками вел неравный бой с немцами. Экипаж Лядова уничтожил бронетранспортер, 4 автомашины с боеприпасами, штабную машину, несколько сотен солдат и офицеров противника. Бойцы били с фашистами до последнего снаряда. В том бою танкист Иван Лядов погиб. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. В честь Ивана Григорьевича Лядова названы улица и школа в Перми.